названы самые дешевые пляжные курорты Европы. В первую тройку самых доступных пляжных курортов в Европе попали Солнечный берег в Болгарии, Мармарис в Турции и Альгарве в Португалии. Ежегодный Holiday Casts Barometer опубликовал перечень самых бюджетных пляжных курортов Европы в 2018 году. Об этом в субботу, 14 апреля, сообщает Business Insider. Так, в тройку самых доступных пляжных курортов в Европе попали Солнечный берег в Болгарии, Мармарис в Турции и Альгарве в Португалии. Далее идут Коста дель Соль Испании, Крит в Греции, Коста Бланка в Испании, Пафос на Кипре, Корфу в Греции, Задар в Хорватии, Слима на Мальте, Халкидики в Греции, побережье Лиссабона в Португалии, Паре в Хорватии, Майорка в Испании, Ницца во Франции, Лимассол на Кипре, Ибица в Испании и Сорренто в Италии. При составлении рейтинга учитывались цена чашки кофе, бутылки местного пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой домашнего вина. В рейтинге не учитывается стоимость перелета и проживания. Ранее издание The Business Insider обнародовало список наиболее красочных пляжей мира. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.